Добрый вечер. Так, все. Эфир запустился. Ребят, кому удобно, пишите вопросы в ВК. Кому удобно, пишите вопросы на Ютубе. Да, ребят, давайте отвечу на один из самых частых вопросов. Привет, Максим. По поводу... Привет. По поводу марафона «Рождение аватара», который сейчас идет. Меня спрашивают, сколько он будет еще идти, можно ли присоединиться. Присоединиться, ребят, можно на любом этапе. Он идет вообще 21 день, но я так думаю, что он чуть-чуть подольше будет идти, потому что я не успеваю все темы, которые бы хотелось ребятам озвучить. Вот. Все эфиры в записи. И вы можете присоединиться на любом этапе, и когда он закончится, вы точно так же можете его себе взять, любой из марафонов. Можете написать в личку, можете написать в школу автономии. Они есть и на Бусти, и, в общем, еще где-то там. Там вам все подскажут, все расскажут. Все, что касаемо марафонов, ничего это не с... не стирается, не скрывается, их можно в любой момент приобрести. Вот. И также еще задавали вопрос по Москве. Сколько будет стоимость, где, как, чего? Это будет 2 и 3 июня, в Москве будут открытые встречи. Будет оплата только за помещение и организатору, вот. Поэтому цена будет минимальная, но это будет зависеть от того, сколько людей, потому что люди начинают отписываться и говорят, что мы как бы придем ближе к этому времени, вы нам скажете, куда подойти, мы придем, готовы заплатить. А мы не знаем, ребят, какой зал арендовать, потому что если зал, например, там маленький, то у него такая-то стоимость. И понятно, что если будут столько-то человек, то тогда такую-то стоимость на столько-то человек нужно будет разбить. Если больше будет людей, то там нужно будет больше зал, и тогда стоимость будет другая. Вот, поэтому если кто-то готов, то сразу же пишите, я уже давала контакты, но еще раз дам, несложно, Кристине, и тогда она будет регистрировать, чтобы мы понимали, какой зал и какая будет стоимость. Но стоимость я сразу же скажу, что это будет прям совсем минимально, просто чтобы мы с вами в очередной раз увиделись вживую и проговорили какие-то вопросы, те вопросы, ответы, те, которые нет возможности дать в эфире. Вот, потому что славливаем страйки, банят нас, и некоторые ресурсы закрывают. Вот. А сегодня у нас тема, ребят, тяжесть принятия. Опа, так, секунду. Ну, что-то я не могу чат. Почему я выбрала такую тему? Потому как многие ребята, когда слушаешь их истории, ты очень часто понимаешь, что они прошли какой-то этап,
И после прохождения очередного этапа нового себя опять возвращаются на то, в то состояние, в ту точку, из которой они выбрались не так давно. Вот. И что происходит? Это бывает очень часто, и я бы даже сказала, что это более экологичный рост каждого из вас. Ну, опять же, начну с себя, да, чтобы прийти к определенному образу жизни, не все знают, что первые практики такие глубокие у меня начались уже почти 10 лет назад. И когда у меня стали приходить какие-то мои новые осознания, новые ощущения, новые чувствования, новое видение этого мира, я никому не рассказывала об этом. Я не рассказывала не потому, что мне не хотелось делиться, а потому что я понимала, что мне нужно сначала научиться самой жить в этом состоянии. И то же самое сейчас мы с ребятами вот обсуждаем на марафоне рождения аватара. То есть обсуждаем те вещи. Там марафон по внутренним органам, как внутренние органы отражаются на внешний мир. И, к примеру, такое, что сегодня было, что печень — это сон, да? Вот. И про внутренние органы. Про внутренние органы я начала изучать свои внутренние органы, свои ощущения, та информация, которая ко мне приходила. И я это начала делать 5 лет назад, 5-6 лет назад. И только сейчас я решилась вынести это наружу. Когда я это увидела у себя, отследила, глядя на тех людей, с которыми я общаюсь, глядя на своих близких, расспрашивая что-то у своих друзей, смотря какие-то научные статьи где-то. Вот. И это тоже не говорило о том, что я не хотела с вами делиться. Это говорило о том, что мне нужно... Вы все прекрасно знаете, что я очень люблю вот эти вот логические цепочки, чтобы мне было понятно, как это делается, как это развивается. И пока я у себя не уяснила, я не могу это вынести наружу. И я не могу это вынести наружу. Мне это нужно перепрожить. Мне это нужно, чтобы у меня это закрепилось. Мне это нужно, чтобы это стало мной. И вот эта вот тяжесть принятия, почему пришла эта тема, потому как некоторые ребята, например, говорят, вот я вот там вот был, вот в этом вот состоянии, в этом ощущении, в этом чувствовании, и мне все вот это вот понравилось, неважно, чего это касается, это какого-то нового чувствования, это когда ты выходишь на сухие дни, неважно чего. И потом ты понимаешь, что ты туда, ты как будто тебя оттуда выстегнуло, и ты не можешь вернуться. Но ты не можешь вернуться не потому, что ты не можешь вернуться, что ты какой-то не такой, что еще что-то. А это, как я сейчас это называю, это как экологическое принятие себя. То есть ты вот отсюда раз сюда улетел, здесь побыл, почувствовал, что это есть, а потом раз и сюда. И здесь очень часто, многие ребята начинают переживать, что почему я здесь, почему не здесь. А по факту нужно просто отдаться тому процессу, что с тобой происходит, потому что ты сюда прилетел обратно не для того, чтобы показать тебе, что там ты что-то сделал не то, и поэтому тебя там кто-то наказал, и ты обратно на свою точку отчета приземлился. Нет, это не про это, ребята. Это как раз про то, что ты здесь увидел, какой ты есть новый, какой есть мир, как ты можешь ощущать, как ты можешь чувствовать это. И потом ты сюда возвращаешься, чтобы
уже сюда прийти, чтобы ты понимал, что все, что было вот на этом пути, ты потихонечку начинаешь отметать, ты научаешься жить новой вот этой жизнью без старого хвоста. Потому что очень часто мы бывает, что мы приходим в новые состояния очень быстро. И нам кажется, что мы не смогли закрепиться, а нам мы просто себе показали, что вот какой я. И дальше у тебя может быть такие скачки. И вот это не откат, как многие любят называть, да? Это не наказание какое-то. Это естественный процесс, чтобы ты понимал, куда ты идешь осознанно. И чтобы ты понимал, как ты будешь жить без тех вещей, без тех состояний, без тех людей, которых ты любишь, к которым ты привык. Потому что каждое твое новое состояние — это всегда про нового тебя, про новый твой мир. И чаще всего, что в новом твоем мире, у тебя все старое отвалится. И даже те люди, которых ты любил, которые были для тебя близки, те вещи, те места, те какие-то даже знания, которые будут для тебя уже не актуальны. И ты должен научиться без этого жить. И вот эта вот тяжесть принятия — это как раз про то, когда мы очень часто не идем обратно сюда, потому что на первых шагах мы понимаем, что вот это вот отлетает. И мы начинаем... тогда уже идти не к новому себе, а пытаемся сохранить старое. И когда мы пытаемся сохранить старое, мы в новое перейти не можем. Для нас этого нового практически не существует, пока мы не научимся жить без старого. И это тяжело. И вы идете к себе, к новому себе, через боль, через разочарование. И через разочарование во всех окружающих, во мне, в себе. И когда вы проходите это разочарование, когда вы проходите эту боль, только после этого вы можете принять на себя, на чистого, на одинокого себя то, что есть следующее. Потому как если вы начинаете разбираться в себе, вы понимаете, что у вас есть? Что вы так боитесь потерять? У вас нет ничего, кроме вашего физического тела. У вас нет никого, кроме вас, который есть в вашем физическом теле. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, когда вы проходите через эту боль, когда вы проходите через лишение всего, вы закрепляетесь в состоянии себя. И когда вы закрепляетесь в состоянии себя, вы доходите до определенного этапа этой плотности. И да, в этой плотности бывает то, что вы уже все познали, что есть в этой плотности. И вы можете идти либо в следующую плотность на развитие себя, либо оставаться там, где вам комфортно. Вы можете немножечко спуститься, остаться на том же уровне, там, где вам комфортно, но уже четко осознавая, для чего вы это делаете и почему именно там. И это уже абсолютно про другое. И когда говорят, что, ну вот как принять? Вот я приняла вот это, вот я принял там вот это. Я принимаю там таких-то людей, я принимаю то-то. Говно это все, ребят. Вы ничего не можете принять, потому что принимать вам нечего. Кроме вас в этом мире больше ничего нет. Все остальное — это проекция самого себя.
И когда мы говорим, что мы приняли кого-то, каких-то людей с их проблемами, с их траблами, с их там еще чем-либо, это мы просто перешли на новый уровень себя, где мы осознаем, для чего нам этот этап, для чего нам эти люди, нам, мне, для чего эти люди нужны были на определенном этапе моего пути. И это не принятие тех людей, и это не принятие себя, это осознание, для чего это, чтобы что, что я должна прочувствовать, что я должна ощутить, проходя вот этот этап. А принятие, разочарование, еще что-либо — это просто красивые слова, которые вас уводят. Вас уводят в сторону, потому что вы же понимаете, ну вот тот же принял, вот смотри, у него какое принятие, вот смотри, вот он уже какой молодец, а я вот почему-то вот так не могу, или я могу больше. Принятие — это всегда ориентир на другого. Я принял кого-то другого. Я принял чьи-то действия. Я принял чьи-то слова. И это всегда акцент на ком-то. На ком-то другом, кроме тебя. Это увод от самого себя. Когда ты уберешь из своей жизни вот это вот принятие, о котором любят все говорить, то тогда тебе нечего будет принимать, тогда ты будешь весь сконцентрирован только на себе. Тогда у тебя будет акцент идти на себя, что ты можешь дать этому миру, что ты можешь показать этому миру, чем ты полезен, ты как частица этого мира, как неотъемлемая часть этого мира. Что ты есть в этом мире? От чего ты кайфуешь? Ты же можешь кайфовать-то ведь только от себя. А ты кайфуешь от того, что ты есть? Ты можешь быть этим кайфом? Ты можешь быть проводником счастья для любого другого? Если ты не можешь быть счастлив для себя, как ты можешь транслировать это счастье для кого-то другого? Когда задают вопрос, а я хочу, вот подскажите мое предназначение, я хочу помогать. А себе как ты помог? Ты как можешь транслировать себя? Ты с тобой клёво, с тобой интересно, тебе самому. Кто-то еще хочет испытать такой же кайф, который ты транслируешь через себя? Те видения. Те знания, ту честность. Ведь очень многие любят говорить про честность, но не понимая, что это такое. Очень многие любят говорить про чистоту, чистоту планеты, чистоту мира, а сами не могут сделать элементарных вещей, не могут прибраться внутри себя, не могут прибраться в своем жилище. Вы посмотрите этих честных людей, которые не кидают бумажки на улице. Как они выглядят? В каких помещениях они живут? На чем они ездят? Не в смысле, какая марка автомобиля, а какой чистоте, в какой чистоте находится твой аватар. Как ты себя ценишь, насколько ты, насколько у тебя порядок в твоей личной жизни. Насколько у тебя есть принятие того, чего ты не принимаешь. И когда ты будешь это видеть, когда ты будешь это понимать, когда ты начнешь ценить. Единственное, что есть у тебя, это свое тело, свой аватар, через который ты можешь лить этот свет и счастье. Только после этого ты будешь говорить, что ты можешь дать другим.
Радостно за тебя себя. Добралась до недвойного самосознания. Прикольно. Если есть вопросы, ребят, то с удовольствием отвечу. Ну и, конечно же, я сегодня не просто так затронула эту тему, да, которую мы сегодня прошли в марафоне рождения аватара. У нас очень многие любят говорить, что печень это злость, это желчь, это еще что-то. А мы сегодня рассмотрели с другой стороны, что печень это сон. Сон это наша нервная система. Это восприятие другой плотности. И да, печень это проводник другой плотности. И если интересно, то, конечно же, присоединяйтесь в следующий марафон, который будет про сон, депривация сна называется. Там не обязательно нужно будет не спать, а там нужно будет обязательно получать ту информацию, с которой я с огромным удовольствием с вами поделюсь. Почему это марафоны? Потому что нет возможности давать открытые эфиры по такой тематике. Вот, ребятки, если есть вопросы, задавайте. Если нет, то я тогда буду закругляться, как обычно, в своих коротеньких эфирах. Да. Вопросов больше нет. Я вас всех благодарю, что были со мной. Задавайте вопросы, пишите, что вас интересует. И если есть возможность давать открытые эфиры по какой-то теме, то я это с огромным удовольствием сделаю. Если вам интересно мое мнение, мои какие-то наблюдения, мое видение, то я, конечно же, с огромным удовольствием с вами об этом поговорю. Всех обняла. Всем огромное спасибо. Пока.